Паш, а как понять, что Sega лицензионная, настоящая? Иногда бывают такие хорошие клоны, что вот по передней панели и не отличишь. И Sega написано, и все. И даже бывает, вот сзади вот это Sega Mega Drive 2 написано, и Made in Japan написано, но это не показатель. Вот смотри, здесь резьба для крепления к Mega CD, пластинок для Mega CD. Потом, ну, там плата, расположение дорожек, это мне достаточно беглого взгляда посмотреть. Резиночки вот эти, аккуратненькие ножки. Потом, что еще? Вот под крышкой крепление к Mega CD, черные контакты. Потом открываем плата. Ну, расположение элементов уже мне знакомо. Логотип Sega. На процессоре написано Sega. Как-то так. Разъем питания у нее свой. Для клонов не подходит.